pretty girls walk like this. Как сам резьбу сорвал, так рукожоп. А как отец сорвал, так резьба китайская. Да, бать? По-другому никак. Так хочу худые ляжки, худые ноги и живот. Но приставучие вкусняшки и днем, и ночью лезут в рот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Сегодня была в светофоре, вот купила вот такие колбаски, понимаете, дешевенькие. Смотрю, думаю, муж пусть пивка попьет, закусит. Уже деду раздала, подходит брат моего мужа и говорит, это лакомство для собак, а я уже деда накормила. Мама! Мама! Хотели себе колбасы трохи взять. Приехали до магазина. Тут такой график работы. Вот у них директор молодец, не то что мой. Мой шо хоть трохи по понедельникам заставляет, а этот вообще красавчик. Мечта. Бери свою метлу, полетели на шабаш. Так тебе. Я заберу лоб тебя. Поцелую. Ты вкусно пахнешь. Да нет, там лето жарило. Два года вместе живем. Говорит, что бегать со мной не будет. Карточку стырила. Он как бежит. Вот что значит настоящая мужская солидарность. Вот кто тебя в любую минуту, секунду поддержит. Настоящий друг. Hello, it's me. Съел собачий корм, побил собаку. Угнал машину, ограбил банк. Что еще на меня повесишь? А то, что я тузика отмудохал. Это был воспитательный пиздюль. Че за вмять? Именем соседской киски и сырной сосиски. Убереги нас от собак и наполни наши миски. Да прибудет с нами человек. Кинокомпания TriStar Pictures. Том Деренджер. В фильме «Снайпер». Мам, кому наливаешь? Моему солнышку, моему сыночку, моему любимому зайчику. А этой? А это сама себе налила. Здравствуйте, а у вас есть тесты на беременность? Дайте 2 штуки, пожалуйста. Подешевле? Ну, чтобы 1 полоску показал. Что? Не нравится? Зай! А нахрен ты мне вообще нужна теперь? А мультиварка?
А, да, мультиварка же еще. Пол стакана ведра. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Привыкни к аппарату. Не топи ты! А lo que yo vine fue a esto. Dad. What? Sweet. Потирали пацана, он больше не наберет. Он больше не прилетит, никто его не найдет. Потирали пацана, она его забрала. Она его не вернет. Потирали пацана. Алло, совсем неудобно говорить, я на рыбалке. Вот только судака поймал. Так вообще ты позвонил. Все, давай, пока. Мяу. Мяу. Так вот приходишь домой с работы уставший, а она тебе горяченький супчик, второе. Да, в такие моменты я понимаю, как же все-таки повезло мне с микроволновкой. Алкоголики. Да. Игорь, ну ты хоть знаешь, что... Я не помню этого места. Игорь идет в магазин. Батя токарь, я тиктокарь. Алло, нам. Алло. Ива. Пошла. Она бедет об сетвор. Кита. Лондон. Нас нормально, а у вас помощь потребна вам? Да. Шо? Надо картошку выкопать. Ему кланяться надо? Ну да, он король. С ума сошел. У нас тут не стоит, это лишнее. Артист года второй год подряд, это уже не весь. Кастрюля, короче, самая дефолтная. Она просто темная, мне понравилась. У нее ручки вдалеке, то есть они нагреваться не будут. И, в принципе, цвет дерева тоже классно. Вот она, типа, тоже антипригарная. Прям. Бля!
Какая была реакция у твоей семьи, когда они узнали о твоем успехе? О, они сразу уволились со своих работ, когда узнали, что я заработал 20 лямов. Они такие: мы богаты, мы богаты. А я такой: нет, я богат, я богат. А они такие: поздно, мы уже уволились с работы. Никогда в жизни не видел, где спит моя бабушка. Перед сном она говорила: «Ся, спокойной ночи!» Тш, выключала свет. И утром она уже ходила... Где она спала? Я никогда в жизни не видел, чтобы она вот так спала, лежала. Никогда в жизни я не видел, чтобы бабушка спала. Дед ложился спать вот так. Все, спим. Живи, кайфуй, гуляй, играй. Упал, вставай, наглей, ругай. Чужих роняй, своих спасай. Пельмени, суп, картошка, чай. На днях был в качалке, занимался с тренажерами. Тренажеры стали сильнее, пацаны. Пиши пиво. И чё? И всё. Слушай, ну салатики какие-нибудь надо делать, да? Да, надо поесть. Супчик обязательно. Минералку на утро надо. И окрошка с утра зайдет. А, и пиво. Зачем? Ну, молодежь же с нами поедет. Алло, салют. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. Еще чуть-чуть, и прямо в рай. И жизнь удалась, на белый палас. Сошла с ума. Я ждала, тебя так ждала. Ты был мечтою моей. Я иду по комнате, словно чумачечик, потому что я нагадил в тапок человечек. Они не были готовы к этому кошмару, а я просто отомстил за ветеринара. Пришла и наорала на меня разъярённая мама, а мне всё равно. Благодарите, что не на диван, ведь с него не выведешь пятно. Это весело. Это весело, потом весач. Это весело. Какой урод такой охрененно смелый, что звонит мне домой во вторник вечером, чтоб ты... Подох! Ты все пропустишь! О, надо же! Ну что ты говоришь? Я жду всю неделю новых серий уравнителей какой-то сраный! Слушай. Но стоило ему только поднять трубку. Джин, как себя чувствуешь? Он начинал говорить, как английский джентльмен. Спасибо, Джин, весьма рад. Мое почтение. Выглядело это странно. Гнида ты сраная! Он клал трубку, и к нам возвращался старый, добрый, безумный Макс. Ответишь правильно, и твоя мама может приехать к нам с ночевкой. Что больше, 1 тонна или 1000 килограмм? 1000 килограмм. А что больше, 1 век или 100 лет? 100 лет. Что больше, 1 квадратный метр или 100 квадратных дециметров? 100 квадратных дециметров. Что больше, 1 сантиметр или 10 миллиметров? 1 сантиметр. Ну что тяжелее, блин, килограмм пуха или килограмм железа? Ну железо, ну ж тяжелое. Ты тоже уедешь отсюда. Эй-эй-эй! Стоп-стоп-стоп-стоп! Стоп! Эй-эй, стоп-стоп! Да ты ко мне уже в квартиру пробил! Кто такий Володя? Я не знаю, хто такий Володя. Володю не знаєте? Ні. Ні? Ні. А як звати вашого сина? Володя. Володя. І ви не знаєте, хто такий Володя? Ну, ми думали, що то можеш. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Слава Совєтському Союзу. Будь здоров. Поддерживаю. Ти був? Дядя. Чо делав? Тебя спав кіт? Ні. Ти ныряв?
Тебя как звать? Папе привет передай. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Познакомимся? Нет. Почему? У меня есть парень. А если я вас удивлю? Не попробуй. Ладно. Чем схожи девушки и макароны? Их можно схавать. Ответ неверный. Мокрые не ломаются. Она любит танцевать. Ты время знаешь? Не говори, да, что сейчас там 8 лет. Бля, 2 часа времени. Видишь, пьяного мужика сидит? Ну чё? 10 лет назад он меня замуж позвал, а я ему отказала. До сих пор празднует, да? Если вот у вас есть девушка? А, нет. Жалко. Но если бы она была, а какие... Вот она захотела бы сделать себе губы, грудь и попа. Но выбор был бы... зависел бы от вас. Что бы вы ей разрешили сделать? Мозги. Она заплакала. Все будет хорошо. Хочешь, я тебя успокою? Ты идешь в чужую семью. Ты меньше будешь уже видеть родных. А я не успокаиваю, да? Раз, два, три. О, проиграл. Да ты че? Целый день говоришь нет. Хоть на что говоришь нет. Ну ладно, согласен. Все, класс. Так, чтобы придумать. Кушать будешь? Нет. Ясненько. Чай будешь? Не буду. Ах ты какой. Здорово, сосед. Как дела? Че, 100 грамм будешь? Пойдем выпьем. Здорово. Так, 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 так. И что скажем? А почему бы и нет? Нормально. В смысле нормально? Какое нормально? Мы крутились больше часа. Какое, блин, нормально? Вау! Вот это чёска! Я обалдел просто, прикинь! Вау! Класс! Выбрось всё, что не работает прямо сейчас. Ha ha ha!
пеленая. Мама, давай.